Приветствую вас на видеоверсии сайта военноедело.com. Соединенные Штаты Америки рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД. Соединенные Штаты занимаются созданием гиперзвуковой ракеты, которая была запрещена договором РСМД. А об этом сообщил исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти. Выступая в Фонде защиты демократии в Вашингтоне, Маккарти заявил, что после выхода из договора РСМД Пентагон пошел по пути создания гиперзвукового оружия. Если вы поместите баллистическую боеголовку на легкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности, цитирует речь Маккарти РИА Новости. Напомним, ранее президент России Владимир Путин сказал, что несмотря на выход Вашингтона из договора, Москва остается открытой для диалога. Также российский лидер отметил, что Россия не будет размещать ракеты средней и малой дальности там, где нет аналогичного оружия Соединенных Штатов. На этом пока все. Следите за свежими новостями на сайте военноедело.com.